Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитро, мы продолжаем играть в Europa Universalis 4 за Австрию, которая вот теперь вот это. Сегодня, точнее в этом эпизоде, прошлый эпизод очень масштабный был, потому что хотелось быстренько сырья объединить. Этот эпизод будет, наверное, намного меньше. Как только я повассалю парочку миноров здесь и нападу на Венецию после этого. После этого мы начнем с вами какие-то интересные вещи. Но уже в другом эпизоде. А сегодня, как я сказал, Венеция и пара вассалов новых. Любопытно, можно завассалить Прованс, ребят. Я бы попробовал. Если можно завассалить Прованс. Ну и вот этих вот малышей. Или Швейцарию. Вон, видите, Швейцарию можно. Так, ну пока у меня там два дипломата еще в Испании сидят. Слушайте, а у меня же ведь, по-моему, было 5. Чё, один попал куда-то? Плохо. Ну-ка, у меня нет уникальных зданий. Случайно. И дипломатов. Так. Вот, на регатов есть пограничная зона только. Давайте ее построим, пригодится очень. Чьи-то крепости в провинции большая. Давайте в Сербии. Или вот, 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 вот. Вот здесь даже. Тут круче. Рекрутов 500, истощение, защита крепости. О. Шикарно. Плюс еще Академию искусств можно где-то построить, да? Давайте в Вене. Че, где она? Не сдержал я, к сожалению, обещание, не переименовал еще поровки. Что-то руки не дошли. Ну, надо постараться будет потом, а то как-то некрасиво. Половина английские, половина русские. Так, ну а пока я уберу дипломатов из Испании и из Речи Посполитой. Надолочка. Начнем улучшать отношения с Провансом. Так, ему уже брак можно предложить. Прикиньте. И союз он сам предложил. Молодец какой. Прекрасно. Ну, теперь надо улучшить отношения с ним. Плюс второй дипломат у меня будет в Швейцарии. Швейцария республика. С ним будет проблемней. С ней надо попытаться гарантию независимости, наверное, сделать. Ничего. Бранденбург просит пройти. А пошел он нахрен. Может, его сейчас раздробят, шведа. Феодора в исконной истинной вере. Прекрасно, у меня тут даже армия есть. Небольшая. Можно культуру изменить, чтобы феодоры не набегали. Что я, наверное, сделаю. Французские претенденты. Как мило. Блин. Так, кто-то умер. Фердинанд фон Габсбург теперь меня. И Фридрих Вильгельм. Последний. Так, давайте брак испанцам заключим. И полякам. Че, дурачок такой? Вон же Испания. Уже была с браком. Блин, я что-то не посмотрел.
авансом еще разок придется баг сделать. Прекрасно, просто превосходно. Генетический баг от Орлеана. Соглашусь. И этим надо еще уверни. Ну, Швейцария, ребятки, слушайте, с ними, наверное, будет проблемно. Они сейчас Венеции дружат. И у них какое-то слишком плохое мнение про меня. В связи с соперником, к тому же. Ладно, давайте аннулируем гарантию, пошли нахер. Разберусь с ними каким-нибудь другим путем. Ладно, давайте, кого тогда еще? Ну, давайте Модену и вот этих вот, и Мантую. Так, плюсы, чё я там, где? Прованс. Улучшить отношения с ними начнем. А, гарантию независимости не дал вообще. Ух ты, дядя Султан, как тут резвится. Вы только гляньте. Александрия была генуэзской. Это умиляет. Текс. Значит, что я там дальше хотел сделать? Провансу отношения, значит, осталось улучшить, да? А, предоставить проход войск можно тоже. Хорошо. Блин, информаторство. Ничего, сейчас разберемся с ним. Сколько всяких интересных личностей сразу стали. Не бегать на меня. Там будут спрашивать, что я диптехи не вкачал. Сейчас я начну культуры, возможно, менять. Очень много где причем. И тогда наверняка будет интересные вещи происходить. Так, Прованс, Прованс. Все, я... А не, я им не предоставил проход войск, подождите. Предоставил, все. Порядок. Осталось улучшить отношения и деньги потом кинуть. Плюс Модене. Модене, что можно сделать. Модене тоже гарантия независимости, если я не сделал. Мантуя то же самое. А, и союза еще им не дал. Дурачок. Так, Таланс, вот он, здесь же. Все, улучшение отношений тебе сплошное. Нормально все будет. Где отношения тут? Хлоп. И найму, пожалуй, советника на дипачки. Вот этого вот. Плюс у меня что-то... Почему-то у меня военные очки меньше. А! Только один командующий без содержания, возможно. Че, упоролись? У меня ж тут где-то было на генералов без содержания здание. Ну ладно. Обойдусь я. Ничего себе, генеральчик. Надо на генералов без содержания какой-нибудь тех сделать. Так. Ну-ка. В военных идеях хоть и в количественных нет случайно. Нету нифига. Генерал без содержания, наверное, где-то вот здесь будет, нет? Тоже нет. Качественная идея, может.
помню, где-то генерал без содержания еще один добавится. А, во, на латахских. Может быть, их и исповедуем потом. Оп, первое тебе. Буржуазия требует привилегий. Пошли в баню. Так, вот засранцы на Модену напали. Ну все, мы в Модене все сделали, что только можно, кроме военного союза. Будем улучшать отношения. Пока. А, подождите. Минутку. 3 секунды буквально. Союз Мантуи еще кто предложит? Пушкин? О. С Мантуи же вообще быстро сейчас можно будет справиться. Надо им... О, предоставлю проход войск. И деньгу кину. Кёльн стал протестантизмом. Засранца. Надо этих гасить, упырей. Все, 11 декабря. Мы завассалим Мантую. Ну, не завассалим еще, а подарок им. Гуманитарный конвой в Мантую едет. Все, 14 января. Мы готовы вассалить. Готово. Вот теперь разберемся с Моденой. С ней мы улучшаем отношения пока. Мнение у Испании, у Посполитой пока хорошее. Все окей. Скоро еще начну процесс аннексии у своих вассальчиков. Будет просто отлично. В Португалии закончились раздоры. Кстати, как там Испания? У них там все еще живут. Дорогуши. Наследники. Умер король Орлеана. Надо ему брак предложить. Хотя, сами предложат, наверное. Торговое судно. Все, Сардинию сейчас захватят. 5 реформаторства надо. Надо гасить подонков. Так у меня все религии иначе запортачатся. Так, давай. А, подожди. Сюда вот убегу. Гляну брак, во-первых. Чтобы отношения улучшились. Так, во-вторых, деньги кидать давайте. Где там этот уверен? Девять, 19, 25. Прелестно.
И Аглиану кидаем тоже деньги. 25, 50, тоже 75 рублей накинули. И готово. Этого аннексирую. И этого тоже. Отлично. Пошел процесс аннексии. Интеграция другой державы. Все, овернь наша. Чтобы присоединить к царе, она должна граничить с империей. Упорулишь, что ли? Она и так граничит с империей. Ансбах стал реформаторством. Да задолбали. Кстати, тут уже все, походу. Осады закончились. Генная ласта склеила. Отдала Дагнах. Ой. Александрию. Александрия тут должна быть. А, вот она. Стала. У дяди Султана. На, дяди Султану нападать за это. Че это? Моих бывших подданных гасят. Угоды. Фашечка. Так. Вот. Пусть вам поход войск от фашки. Пошли в баню. Сейчас да улучшаем отношения с Провансом и с Моденой. И, наверное, начнем атаку на Верону. Еще одна интеграция. Все. Прекрасно просто. Эпидемия лихорадки в столице. Ну, тысяча так тысяча. Откуплюсь. Эбола лютует, как говорят. Речь Посполитая, ребятки. Мой верный союзник просит помощи в польском завоевании провинции Торжок в России и Пермь. Россия находится в союзе со страной Грузия. Ну, давайте поможем. Что тут остается? Ой! Малыши какие интересные. Я офигел. Мы будем гасить каких-то младенцев бедных. Так, у меня тут командующий есть один. Еще из-за которого штраф на очки. Давайте. Давайте я два отряда пошлю. Генеральский оба. Где второй, интересно, генеральский? Тут где-то тоже есть. Ходит. 25, 27, 28. Чуть не вижу его. Генеральского. Да, не вижу. Ладно, переназначу и дело с концом. Кому только переназначить? Давайте вот этим. А, он, кстати, слушайте, он без дела болтается. Он тоже не назначенный был. Козел. Я не заметил что-то. Какие там рати ходят несметные.
Мы выиграли сражение за пролив Зунд. Это где вообще было? Вот он, пролив Зунд. Гольштейн. Ну, армия у нас нехилая такая тут. Собирается. Ну, че, Речь Посполитая в одиночку могла бы загасить их всех. Опачки. Давайте, у меня тут отряд есть небольшой, можем спокойно пройти. Атака — лучшая форма обороны. Логично, конечно. Мне придется стабильность повышать. Выиграли сражение за холм. Там какое-то количество солдат русских было. Астраханская партия. Все, максимально улучшено отношение с промлансом. Можно им деньги кидать и предлагать стать вассалом. Так, отправить в подарок. 5, 1, 17, 25. Модене, в принципе, то же самое. Сейчас. Чтобы потом чуть-чуть старше, чтобы улучшить отношения с ним. Барабан стал протестантизмом. Надо эти центры загасить. Единство веры из-за них ломается. Так. Все, можно предлагать становиться вассалами, я так понимаю, да? Сейчас второй день останет тут. Назад. Да. Прованс мой вассал, поздравляю. А Модена засранцы еще у меня не в союзе. Нужно мнение у меня положительное. А, вот что сделал. Прошу права на базу. Кстати, как тут у меня делишки? Нормально? Садами. Да Россия проиграет, она какая-то вообще слабая в этой партии. Так, что это я тут делаю? Я хотел продолжить помогать Модене, чтобы мнение улучшилось. Пасить проход войск теперь надо. Подарок. Передача торгового влияния, я не помню, это на что влияет, на мои отношения или на их отношения? Они, кстати, улучшают со мной отношения потихонечку, сами. Что я думаю, что нормально будет. Передача торгового влияния. А, мне это не нужно, торговое влияние передавать. Хотя, у меня мнение и улучшится. Давайте. Посмотрим по процентам. О, 75. Не знаю, нафиг оно мне надо, конечно. Ну, посмотрим, может, у меня улучшится отношение с ним после этого. Ну, минус 56 стало. Что еще можно сделать-то? Да ничего уже сделать не получится. Все понажимал. Че у меня мнение с ними такое хреновое? Ну-ка. Еретики минус 40.
казус улучшенных отношений. Покинул САИ. Сдражение. Да, ну в общем долго еще могут быть у меня проблемы с ними. Упорото. Причем тут мнение? Я же ведь как бы управляю. Странно. У меня мнение о модели наоборот великолепное. Это они упоролись. Бар меня оскорбил. Вот засранцы. Выиграли осаду холма. Куда теперь идем? Давайте в Тихвин. Пусть святую гасить. Тут он уже 84% осады, никогда не видел такого. Все, выиграли хопер. Топаем сюда. Беспорядки растут. Бургундские националисты. Да. Давайте-ка потрачу дипочки на смену культуры. Нужно исследовать военные техи. Давайте-ка. Лучшие пушки доступны. Ну чё, как там делишки с Моденой? Да продолжает быть минус 56. Упоротые. Бежит повстанцев, спасти репутацию, как подарок. Выжить заем, назначить субсидии. Можем субсидии назначить, в принципе. А, мне и Модена она будет улучшать. Мне это нахрен это не надо. Продать корабли? Не, все фигня. Все тлен, все фигня. Придется ждать. Зеландия восстает. О, настало время. В баню. Так. Вот. Единственная проблема, что меня с людьми может напряженка настать. Скоро. Ну, к счастью, у них в освободительной армии командующего нет. Мы этим можем воспользоваться и загасить их. Спокойно. Святой сотворил чудо. Стабильность. Давай стабильность. Взяли мы осаду Мандреги, какой-то там, топовую Водыгею. Тут он что-то Астрахань вообще делает. Что она тут делает? ХЗ. Так, хопё. Высь святая воюет. Ну, ничего интересного вообще. Так, а мы тут продолжаем гасить нациков. И влияние на папу юзать. Стан что-то вообще мало. Так, подождите, пожалуйста.
Хотя давайте, наверное, на этом пока закончим лучше. С вами был Дмитро, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения и помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!